Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире канал 16, передача «Актуальное интервью». У меня в гостях заведующий переливанием крови Николаева Вера Владимировна. Здравствуйте. Добрый день. Вера Владимировна, поговорим немного об итогах отделения переливания крови нашей клинической больницы. И первый вопрос. Сколько человек в 2022 году решили стать донорами у нас в городе? В 2022 году у нас очень активно переливалась кровь. Поэтому было большое количество и доноров, то есть это физических лиц, и донаций. То есть каждый человек мог сдать 2, 3, 4 раза в год. А очень много в последнее время имеется тенденция такая к переливанию именно клеток крови, эритроцитов и тромбоцитов. Поэтому, значит, когда мы берем кровь, мы берем ее цельную, а далее мы делим на компоненты. Эритроциты, которые хранятся всего лишь 42 дня, тромбоциты, которые хранятся 5 дней, поэтому, в принципе, всегда подзываются доноры, если мы готовим тромбоциты под конкретного больного. И плазмочка, которая хранится до 3 лет в замороженном состоянии, минус 40. Вот если мы будем говорить о переливаниях крови, то в 2022 году было осуществлено в общей сложности 1900 переливаний. Это 1900 раз пациенты получали донорскую кровь? Да, это 1900 раз. Мы говорим о дозах, да, крови. Вот 1900 доз пациенты получали. А это как эритроциты, так и тромбоциты и плазмочку. Вот я хочу особо акцентировать внимание, что в основном-то переливались эритроциты. Из 1900 переливаний 1303 это была эритроцитная взвесь. Есть такой термин донорский светофор. Вот, Абсолютно, введенный. Да, что это за термин? И вообще, есть ли у нас в городе дефицит сейчас крови? Крови, да. Донорский светофор, он вообще в России, так сказать, на станциях применяется где-то с 17-18 года. У нас он был введен в 19 году. Что это такое? Это потребность или станции, потому что, например, центр крови, да, и в Москве, и в Нижнем, они обеспечивают много больниц. Мы обеспечиваем конкретно нашу больницу. Вот для того, чтобы показать, а какой крови у нас немного, а есть такая потребность. Есть же понимание экстренные переливания и плановые переливания. А если плановые переливания, нам сегодня сделали заявочку, и мы можем выполнить ее завтра, то экстренное переливание, вы понимаете, какая здесь травма. Сейчас. Да, это надо вот сейчас переливать. И важно, чтобы у нас эта кровь была. И у нас, конечно, есть дежурная кровь в определенном количестве. Потому что списывать кровь как таковую, ну, это, во-первых, неэтично, да, а во-вторых, это достаточно дорогое удовольствие, я бы сказала, вот ее заготавливать и потом утилизировать. Да. Поэтому есть какое-то определенное количество дежурной крови, то есть человек поступил, и мы сразу можем переливать. Но вы сами понимаете, вот поступило двое больных, трое больных, да, даже в плановом порядке мы понимаем, что с определенной группой, например, с первой группы крови, и мы должны одному, второму, третьему перелить. Мы понимаем, что наши запасы истощаются. И тогда мы включаем желтый свет. То есть зеленый у нас все хорошо, а крови в отделении или на станции достаточно. Мы можем обеспечить все отделения, всех больных в очень хорошем количестве. У нас это дежурная кровь. Как только загорается желтый цвет, то доноры должны понимать, вот сейчас-то можно к нам звонить и записаться. И не обязательно мы запишем на завтра. У нас кровь есть, но, в принципе, мы должны пополнить запасы. То есть это такое прогнозирование, что вот сейчас уже нужно идти сдавать. Да, это прогнозирование. То есть вот они есть, но мы их потребляем, и поэтому нам нужна дежурная кровь. Как только загорается красный свет, это значит, у наших запасов практически истощены,
И донора, скорее всего, мы возьмем на сегодня, на завтра. То есть вот донор понимает, горит красный свет, значит, ближайшие сутки двое, максимум трое. Их вызовут. Их обязательно. То есть они записываются, то есть вот всех этих 600 человек, ну, условно 600, будем говорить, да, вот по статистике прошлого года, они в прекрасном свете, они переходят, условно, в некую готовность, что их сейчас могут вызвать. Да, то есть, ну, дело в том, что мы, конечно, иногда вызываем сами. Вот сегодня, например, мы подзывали доноров. А если донор видит, почему мы всегда говорим, смотрите, следите за донорским светофором. Угу. Потому что донор, видя, что горит красный, сам звонит нам, и мы его записываем, например, на сегодня записывали. То есть человек понимает, что у него есть готовность, он может прийти хоть завтра готов прийти. Если, конечно, он здоров, если он не болел вот в ближайший месяц, например, даже вирусный, да, то он может прийти и сдать. То есть поэтому вот иногда доноры жалуются, я звоню который раз, значит, не могу записаться, и теперь мы говорим, пожалуйста, мы, конечно, вас возьмем в течение года. Если нет противопоказаний, то без всякого сомнения 2-3 раза в год вы сдадите. Но в сей момент, если горит зеленый, все наши запасы полностью обеспечены, а нужна нам, вот, скажем, там, на сегодняшний день нужна была и востребована первая и третья группа. Угу. Доноры должны следить, мы их предупреждаем, следите, отслеживайте, звоните сами. Почему? Да потому что, когда мы вызываем, мы же не знаем состояние доноров, мы не знаем, где он сейчас находится, да? Мы не знаем, чем он болел. То есть донор сам за своим здоровьем следит. И как бы записывается сам. У нас, в принципе, запись-то по телефону, донор сам, когда хочет, звонит и записывается. Мы затронули немножко все-таки, какие группы крови наиболее сейчас востребованы, да, один из вопросов. Второй, и как часто вообще может донор сдавать кровь? Ну, мы уже говорили, что где-то 2-3 раза в год. Ну, это сдают обычно. Обычно. Вот я говорю, но можно по факту, и чаще. Но можно и чаще, абсолютно верно. Ну, вот по факту прошлого года у нас в основном были востребованы первая положительная, первая отрицательная, вторая положительная. Ну, вообще, надо отметить, что если мы говорим о населении нашей страны, то самое большое количество людей это с первой группой крови, угу. Да, столько же практически там в процентном содержании 32-33% это вторая, а дальше идут меньше третья и самое большое количество, маленькое количество людей, 10% населения, это четвертая группа угу. крови. А вот если мы говорим о положительно-отрицательной, там тоже соотношение, естественно, больше положительных, чем РС отрицательных. Угу. Вот мы начали с вами разговор о том, чья кровь подойдет всем. Да, кому, я что, заговорила, кому, да. Я сказала, вот плазмочка подходит четвертая, да, там нет эритроцитов. На эритроцитах сидят антигены первой, угу. второй, третьей, четвертой группы. И резус. Угу. Антиген. Он своеобразная, такая большая система, система РС. Это не надо думать, что там по одному только антиген. Там их много. Есть еще антиген КЕЛ. У нас 90% населения – это КЕЛ-отрицательные люди, и только 10% – КЕЛ-положительные. Поэтому, скажем, в силу того, что вот эта кровь, КЕЛ-положительная, она точно, неважно, какая группа – первая, вторая, третья, отрицательная, положительная – она не востребована. Мы ее не имеем права по приказам переливать. Таких доноров мы или переводим в донора плазмы. Но я сказала, у нас очень много плазмы. Угу. Практически нет ее потребления. Поэтому мы сейчас плазмафорезами практически... То есть доноры плазмы – это те, у кого не берутся эритроциты, берется только плазма. Вот мы практически не работаем сейчас с донорами плазмы. И когда вот такие КЕЛ-положительные люди, которые раньше сдавали у нас плазму, возмущаются, говорят, а вот я у вас сдавала, вы сейчас со мной не хотите работать, они должны понимать, что мы работаем на интересы пациентов. Да, мы понимаем, что мы должны поддерживать донорство. Да, мы понимаем, что мы должны донорам тоже, это люди, которые безвозмездно сдают кровь во благо спасения жизни других. Но эти люди должны понимать, что мы-то работаем во благо спасения жизни. И вот таким донорам мы говорим.
Или, пожалуйста, вот есть же, я начала с того, что да, большие станции, они готовят препараты, и они много заготавливают плазмы. Или вы можете поехать, скажем, в тот же Нижний, где будут у вас брать плазму. Угу. Или, к сожалению, мы не можем у вас сейчас брать КЕЛ-положительную кровь, потому что она не востребована, мы ее пилить не можем. Когда не было этих приказов, мы у них брали, да, мы видели неприятные моменты, но это было очень давно. Да, так же, как было давно, когда до 40-го года не был определен резус, да, угу, и тоже угу. же получали, непонятно, вроде бы первая группа, переливаем первую и получаем осложнение, не можем понять почему, угу. а просто не было вот этого антигена выявлено, да, теперь вот так же антиген КЕЛ, да, вот тоже все вроде бы и по резусу, и по группе, а вдруг мы получаем трансфузионное, получали трансфузионное осложнение, выяснили, что вот это очень иммуногенный антиген, и мы тоже не переливаем, не так все просто в переливании, и вот думается, вот туда, вот я первая, положительная, угу. и моя кровь подойдет. Нет, не так. Я хотел бы еще поговорить по поводу ограничений для доноров, да, вот мы уже говорим про разные факторы, да, которые влияют все эти гены и антигены, да, содержащиеся в крови. А есть ли какие-то ограничения непосредственно вот по здоровью, по питанию, по состоянию вообще человека? То есть какие здесь ограничения для самих доноров накладываются? Вообще есть приказы, по которым мы работаем. Да? Ведь самое основное вот правило, оно существовало, вот сколько существует донорство, вот столько существует и правило, кого можно взять, кого нельзя взять. А вот последний приказ четко, значит, определил, у нас есть временные и абсолютные показания. Но абсолютные показания, они существовали достаточно давно, и они иногда прибавляются, добавляются, да, когда вот с развитием медицины мы что-то узнаем и говорим, о, вот при этом заболевании категорически нельзя. Скажем так, что является абсолютным противопоказанием? Все инфекционные заболевания, такие как ВИЧ-инфекция, гепатиты, Б, С, ТТВ, ну, любые гепатиты, сифилис, если человек ГПС перенес, да, то есть, ну, здесь отводится временно. То есть, ну, если туберкулез, вот это абсолютно заболевание сердечно-сосудистой системы, перенесенные инсульты, перенесенные инфаркты, тяжелые пороки сердца, да, сосудистые какие-то пороки, это все противопоказания и абсолютное противопоказание, потому что основной принцип донорства – это максимум пользы больному и минимум вреда донору. Да, то есть мы не должны донору нанести вред. Поэтому, скажем, человек переболел вирусный, ну, вот гриппом сейчас, да. и говорит, а я хочу сдать. Так настойчиво, а я хочу сдать. Вот у меня желание такое. Но не прошел месяц, он не восстановился, он не будет заразен и опасен. Вот если мы говорим про ВИЧ-инфекцию, это, конечно, кровь просто будет опасна для пациента. Да? Угу. Здесь кровь не опасна для пациента, но человек не восстановился сам. Угу. Поэтому временно отводим. Вот вы восстановитесь, через месяц вы к нам придете, сдадите. Ну, есть, например, бронхиты, скажем, то же самое, да, обострение бронхита. Вот, пожалуйста, пока обострение, лечитесь, месяц придете. Ну, скажем, бронхиальная астма, мы понимаем, что это то, с чем люди живут достаточно долго, счастливо. Угу. Ну, насколько можно быть счастливым вообще человек по жизни своей, да? Ну, по крайней мере, есть очень хорошие препараты. Но сдавать ему кровь нельзя. Поэтому вот пожизненно такие люди сдавать кровь не могут. То есть временно абсолютно. И здесь доктор определяет... Угу. На постоянно отвести, временные. То есть у нас целые большие списочки, по которым мы смотрим и определяемся. Теперь то, что касается и не отступаем от этих железных правил, как бы нас не просили, как бы не требовали, а вот я хочу быть донором, я чувствую себя хорошо,
Ну, человек, замечательно, что он чувствует хорошо, и, может быть, действительно он там проживет до 100 лет, но если есть противопоказания, то мы такого донора не возьмем, к сожалению, это так. То, что касается ограничений по питанию. Да, вообще, насколько образ жизни вот, влияет на донорство, или донорство на образ жизни, наверное, скорее так. Ну, понятное дело, что люди, которые... Любители Бахуса, скажем, да, к нам приходить не должны. Да? То есть, мало того, если ты выпил, ты определенное количество суток не имеешь права к нам прийти. Угу. А дальше мы всегда просим и говорим, что перед переливанием, пожалуйста, не курите, потому что никотин в крови, а переливаем мы кровь и деткам, и ослабленным больным. Угу. И вот с никотином, ну, совершенно ему эта кровь, скажем так, в определенный момент не нужна. Зачем в крови яд? Да. Мало того, скажем, любители жареного, жирного, копченого, у них изменяются показатели работы печени. Угу. Кровь становится иногда жирной, хилезной, иногда повышаются трансаминазы, очень даст это показатель работы печени. Так люди должны понимать, что вот здесь они как минимум недельку должны соблюдать режим, то есть диету. Диету. И после хороших посиделок, празднований лучше к нам не приходить. Накануне мы всегда предупреждаем, как должен донор поужинать, и утром должен быть легкий завтрак. А завтрак этот исключает молочные продукты, жирные продукты, скажем, сметанка. Да, вот, ой, люблю сырнички со сметанкой. Угу. Ну, вот это исключено. Да, булочка, пожалуйста, печенюшечки, булочки, сладкий чай. Завтрак должен быть обязательно. Угу. Но это не должна быть яичница из, неважно, 2-10 яиц. И не должно быть молочных продуктов, потому угу. что, скажем, мы должны понимать, что все, что мы съели, это сразу все попадает в кровь. Угу. Поэтому диета для доноров, она не строгая, она определенная, но все равно соблюдать ты определенный образ жизни должен, без всякого сомнения. Такой вопрос. Вот мы поговорили про различные инфекционные заболевания и абсолютный отвод для доноров, да? А вообще есть ли какая-то вероятность заразиться при получении крови? Вот реципиент, да, тот, кто получает донорскую кровь, есть ли какой-то у него шанс заразиться вирусным или инфекционным заболеванием? К сожалению, есть. Почему я говорю о том, что мы стараемся приготовить препараты? Вот из того, что мы заготавливаем, мы стараемся приготовить препараты. Угу. Препараты – это даже если они приготовлены из крови, но они термически, вот если мы говорим про альбумины, они термически обрабатываются. Угу. Или они обрабатываются там определенными детергентами, когда убиваются вирусные агенты. Угу. Да, мы обследуем кровь, например, на гепатиты, на гепатит В, гепатит С, сифилис и ВИЧ-инфекцию несколькими методами. Это и метод ИФА, это и метод ПЦР, угу. который так хорошо теперь известен в связи с ковидом. Да. Вот. Но есть такое понятие серологического окна. Угу. Когда донор заразился, скажем, если мы говорим об антителах, или даже о вирусных частичках, то антитела еще не выработались. Угу. Вот 1, 2, 3, 4 вирусные частицы, пока они размножатся в организме, пока на них и наша иммунная система отреагирует и выработает антитела, проходит время. Вот это время называется временем серологического окна. Кровь обследовали, все анализы отрицательные. Мы ее выдаем, а в ней оказываются частицы вот этого, к сожалению, вируса. Угу. Такое может быть. Поэтому вот у нас есть понятие карантинизации плазмы. Угу. Да? То есть донор пришел, сдал. Мы на полгода заложили эту плазму в холодильнике. Полгода при минус 40 она хранится.
Через полгода донор обязательно должен к нам прийти. Почему я сказала не менее 2 раз в год? Да? Через полгода человек приходит, мы его вновь обследуем, и вот ту полугодовую плазмочку мы выдаем. Это с плазмой это как бы вот такая защита. Вот то, что касается эритроцитов, вы же понимаете, я говорила, да, максимум 56 дней, ну, в основном 42 мы храним. Вот, к сожалению, выдержать этот период мы не можем. Поэтому мы идем по пути ужесточения обследования, да. Вот сначала обследовались методом определенным РПГА, потом стали антитела ВФА, теперь ПЦР обследуют. И мы берем даже не те тест-системы, которые обследуются в основном населении, а те тест-системы, где даже небольшое количество вирусных частиц определяется. Но при этом исключить, что если, например, у нас чувствительность тест-системы 15 вирусных частиц в микролитре, да, а у человека их 5, и наша вирусная, то есть наша тест-система не может определить, мы не можем такой вариант исключить. Поэтому переливание крови всегда называют последним этапом вот, в лечении, да, тогда, когда без него обойтись нельзя. Ну, к сожалению, то есть, когда польза от него намного больше, чем вероятный вред. То есть, когда, ну, собственно, стоит вопрос жизни и смерти человека. Да? Или мы спасаем, или какой-то минимальный риск есть. Ну, что я могу сказать? Уж вот, чтобы не напугать население, я честно говорю, что нельзя исключить риски заражения, но при этом последние 20 лет, слава богу, в нашем отделении заражений после переливания крови не было. Вера Владимировна, последний вопрос. Я думаю, что будет интересно все-таки узнать, насколько отделение переливания востребовано в новых донорах, да, и как стать донором? Ну, вообще, вы знаете, у нас люди, когда приходят к нам, и если все хорошо с его состоянием здоровья, и если, вот я уже касалась, говорила, что когда мы начинаем обследовать по каким-то антигенам, мы не отводим доноров, да, когда мы просто не востребованы, понимаем, мы им предлагаем перейти в какие-то виды другие донорства. Если все нормально, если все хорошо, то доноры у нас десятилетиями сдают. Но надо же понимать, что мы люди, что мы живые, что мы можем заболеть, что мы можем уехать. Ну и в конце концов, несмотря на то, что возрастных ограничений нет, вот есть нижняя, то есть нижняя граница, да, 18 лет. Вот с 18 лет любой человек, гражданин России, может сдать кровь. А вот верхней, раньше было верхняя граница 60 лет. Вот сейчас этой верхней границы нет. Если вы здоровый, если у вас нет противопоказаний, и в 60, и в 65, в 70, ну, хоть в 80 лет сдавайте, если у вас все хорошо. Поэтому мы, конечно, ждем наших новых доноров, без всякого сомнения. Да? Какое-то количество человек ушло, такое же количество людей должно прийти. Практически последнему десятилетию у нас ежегодно приходит от 50 до 100 новых первичных доноров. Чаще всего, много. Если нет противопоказаний, они у нас, и если они никуда не уезжают, то они у нас остаются. И в основном у нас дают люди от 30 до 45 лет. Вот такой донорский контингент. А хотелось, чтобы приходили молодые люди, у которых прекрасно работает костный мозг, прекрасно работают все органы, да, и ткани, скажем, белки плазмы восстанавливают печень у нас, да, костный мозг у нас нарабатывает эритроциты и тромбоциты, абсолютно верно. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы социально активной стала именно молодежь, потому что это наше будущее, наши кадровые доноры, ну, хотим мы или не хотим. Они, естественно, в силу своих возрастных каких-то изменений уходят. А вот молодежь должна к нам приходить. Поэтому мы всегда рады новым лицам. Я думаю, надо сообщить контакты, куда надо обращаться. Может быть, номер телефона, как минимум, для записи. А вот вы знаете, контакты остались старыми, прежними. Телефон 620-98. По понедельникам и средам с 8:10 у нас плановая запись.
Можно по этому телефону обратиться, и вас запишут. Или иногда, когда вот я говорила, что мы работаем на конкретных больных, да, скажут, мы как бы записали вас в журнал ожидания, и мы вас обязательно возьмем. Вера Владимировна, спасибо большое, что пришли к нам, ответили на вопросы по переливанию крови. Было очень интересно, узнал много нового для себя в первую очередь. Но я, наверное, уже не подойду в силу возраста. Ну, и хронических всяких историй. Ну, мы не будем раскрывать, да, все-таки медицинская тайна есть медицинская тайна, да, без всякого сомнения. Мы не будем говорить о заболеваниях, но я еще раз акцентирую внимание, что возраст не помеха, сдавать. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами, и мы с вами увидимся через неделю. До встречи и до свидания. Всего доброго, до свидания. Здоровье самое главное всем вам.